Приветствую всех любителей острова. Два якутских ножа из наличия вашему вниманию. Посмотрим, пробежимся по каждому. Традиционно начнем малыш-крепыш БХЧ. Клинки на этот раз из стали 95Х18 ручной ковки, термичка на 59 единиц. Коррозионно-стойкая сталь, как мы приняли ее называть и любим, уважаем, нержавейка. Но все-таки, даже если сталь нержавейка, минимальный уход требуется. Ну, по крайней мере, я рекомендую, а так уже на усмотрение владельца. Спуск, выпуклая линза. Линза, как всегда говорю, адекватная, с подводом для более контролируемого реза. На клинках нанесены гравировки. На обоих ножах, как вы видите. Рукоять орех. Вставка кориан, искусственный камень, больстер дюраль, G10, проставка. Как всегда, рукояти пропитаны данишем. Размеры этого ножа. Общая длина 233, длина клинка 103, 23 ширина, обух 4,1. Это раз. Первый удобный компактный работяга. 3900 рублей стоимость ножа. По второму ножу. Это уже среднеразмерный нож, разделочный. Кто-то его посчитает уже полноразмерным. Ну, как бы да, тут видно по размерам. Сталь аналогично 95Х18, 59 единиц термичка. Линза спуск с подводом. Рукоять здесь карельская береза. Также кориан, больстер латунь, G10 проставка. Размеры этого ножа 275, 140 клинок, 23,5 ширина, обух 4,1. Вот это уже более такой массивный нож. 4100 рублей. Обращаю внимание, оба ножа, соответственно, под правую руку. Вот так вот. На сравнение, чтобы было понимание размеров. Кому какой удобен. На самом деле оба ножа обалденные работяги. Естественно, с ножными все как обычно. Кожа, два подвеса. По второму ножу аналогично. Также шнур, как дополнительный подвес, всегда можете использовать. На момент публикации оба красавца в наличии.